Еще один рубеж взят. В регионе из всех подтопленных в результате масштабного паводка домов отведена вода. Продолжается просушка зданий. Такие работы уже выполнили в 26 соцобъектах, поликлиниках, детсадах, школах. Расчистка улиц и дворов пострадавших районов идет уже почти месяц. В этом задействовано более 3500 человек и порядка 800 единиц техники. А сколько работы еще предстоит?